Рюкзак нужен. И броня. Выдайте. На линии у меня точно два есть. Привет, Алексей. Кажется, 9, здорово. Призрак, привет. Атарусан, здорово. Привет, ребята, всем. Так, ну у меня линия еще есть. Вижу. Блин, ну в эти решетки я навряд ли попаду. Так и есть. А как же прическа за чейсом назад? Да решил, ребят, сбрить нахрен волосы. И не жалею нисколько. Плюс к тому, что сейчас на улице довольно-таки жарко. Вообще кайф. Блин, ну мне тут надо со второго этажа смотреть его. Мне не перебежать, потому что у меня слева чел. Хотя, по идее, наверное, можно и перебежать. Попытаться на линию именно в этот дом. И подбайтить его смычком. Вот такого плана. И возможно он сейчас с этого дома посмотрит. Ну что-то вообще какой-то пассивный ч... Либо его уже там нет. Либо я не знаю, как это объяснить. За пацан стримит, я к ранге заходил. Вот решил вот так вот подстричься, как раньше. Блин, с 2015 года с такими волосами не ходил. Или подождите, нет, ходил. С 2000, наверное, 20-го. Где-то года 4. 5-4 года где-то вот так вот. Так не стригся вообще. Да, зона, конечно, шикарная. Только надо машину. Так, ну тут тачки нет, блин. Моста, может, будет. Так, все, тачка есть. Как мы поедем? По низу, наверное, да? Как-то? Так вот. Или поверху проехать. Давайте... А, понял. Тут какой-то евнух был. От зоны сдох. Проклятие. Давай попробуем. У меня чел в этой херне есть. Ну, С4 как будто бы попроще убить, чем с минометом. Мелкий пришел. Так, у меня дроп, но тут АВМ стрелял, скорее всего, дроп залутанный уже. Но в теории можно чекнуть, потому что...
Может быть, лутал чел, который был уже заранее в Т3 каске. Это может дроп от Т3 каска быть. Но все равно тут плюс-минус в центре. Типа, пока что не вижу. Привет, мил. А. То есть чел был вообще фулл Т3 до этого. Офигеть. Прикольно. Где-то передо мной должен быть чел. Ранкет? Я не знаю, ребят, скорее всего нет. Шанки давно уже не бегаю. Это чел со СКС должен быть. Так, вижу типа. Вот этот чел, походу, с этим, с АВМ. Надо посмотреть. Быстренько, время есть, минута времени. Надо было бустов взять немного. Привет, Евген. Или голая девушка, выбирай. Чел слева. Направо бежит. У меня 800 DPI. Сегодня на PopDrops работают, должны. У меня на канале Drops есть. Это прям на меня едет сюда. Наверное, я зря так выстрелил. Ну ладно. На самом деле я думал, что убью. Хотя у меня тут прям с кайфом. Привет, Акмал.
Ёпа-мать, я умер. Сейчас они меня раздраконили, блин. Да ё-моё. Как ты не вовремя останавливаешься, чел. Все складывается плюс-минус нормально. Надо вот так вот его убить, да? Да, в смысле? Он меня еще сейчас убьет? Нет. Офигеть. Капец. Нормально. С АВМа постреляли. Ну, вообще, хорошо авик реализовали. Авик прям выручил меня в этой катке.